благословению отца Андрея, настоятеля нашего храма, Успения Божией Матери, села Новососоевка, силами батюшки и неравнодушных прихожан, подвальное помещение нашего храма было отремонтировано и превращено в социальный отдел. Здесь люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, прихожане, жители нашего села и близлежащих сел, могут получить необходимые вещи, одежду, обувь, постельное белье, средства личной гигиены. Мы сердечно благодарим депутата Думы города Владивостока Бочина Сергея Витальевича, его помощника Буданову Лидию Андреевну и Фонд социальное общественное развитие «Наш район» за организацию благотворительной акции по сбору вещей и их доставке в наш социальный отдел. Вы организовали богоугодное дело, храни вас Господь, многое лето.